Ну что же, друзья, сегодня 4 июля, и сегодня не просто третий тур проекта «Путь к звезде». Сегодня все решится. Сегодня наставники выберут победителей промежуточных отборочных туров и наберут себе людей в команды. Мы уже замерли в предвкушении, и я даже не знаю, чего ожидать. Волнение наполняет даже меня. Меня зовут Василий Жиленко, и мы начинаем. Поехали! Ну что же, друзья, все волнуются, все замерли в ожидании. Уже совсем-совсем скоро мы услышим результаты голосования и узнаем, кого и в какие команды набрали наши наставники. А пока что давайте пройдемся по залу и узнаем, что же думают ребята сегодня в ожидании результатов. Вот мы видим знакомые лица. Ну что, друзья, вы настроены на победу? Что вы ощущаете? Чувство переживания, то, что все равно страхово, в общем. Скажи, а твой план на весь проект? Выработал ли уже стратегию? Могу сказать одно, что на все 100 буду выкладываться, и только победа, а как еще? Если вдруг ты выйдешь в суперфинал, одержишь победу, что ты выберешь? Путешествие, клип или же участие в проекте «Голос»? Ну, знаешь, я хочу как бы дальше пойти, там, за границу я уже как бы и катался, и всегда успею съездить, но как бы я хочу продвинуться куда-то дальше, как бы, потому что музыка — это моя жизнь, музыка — я живу, как бы, вот, я выберу, конечно же, ну, что-то связанное с музыкой, конечно, либо клип, либо на «Голос», как бы, поэтому только так вот. Еще одни ожидающие. Мне кажется, вы чувствуете себя как студенты тогда на оглашении результатов. Скажите, а если вы вдруг выходите в суперфинал, что выбираете? Съемки клипа, участие в проекте «Голос» или путешествие к морю? Я думаю, что участие в дальнейшем конкурсе. Что пожелаете своей, так сказать, протеже? Профессиональных успехов. Я думаю, что она всего добьется. Скажите, пожалуйста, что вы чувствуете сегодня, когда огласят результаты? Волнение, безусловно. То есть действительно, даже несмотря на то потрясающее выступление, волнуешься? Конечно. Каждый раз на сцену выхожу, как первый раз. Если вдруг ты проходишь самый финал, что ты хочешь выбрать? Поездку к морю, участие в «Голосе» или музыкальный клип? Честно говорю, не знаю. Говорила всегда, говорю, для меня главное участие это. Замечательно. И к кому из наставников ты хотела бы попасть? К Александру. Супер, отлично, переживаем с тем. Вот у нас чувственная девушка, которая исполнила прекрасную совершенно композицию. Скажи, пожалуйста, а есть ли уже песня, которую бы ты хотела исполнить, если выйдешь в финал? Вообще не думала об этом, если честно. И как ты оцениваешь, в принципе, свои шансы на успех? Ну, на самом деле, я всегда считаю, что я побежу. Всем говорю об этом, ну а ночью плачу в подушку от того, что сомневаюсь в себе. Настоящая девушка, прям такие контрасты. Днем я прям ух, а ночью я переживаю. Кому хотим из наставников попасть? Мише. А в каком стиле будем к следующей песне готовить, если пройдем? Честно говоря, не знаю. Как получится. Как получится. И что пожелаешь всем? На самом деле удачи. Все молодцы, все просто супер ребята. Шикарное пожелание, удачи нам нужна. В чем секрет выступления на сцене? Вот когда человек выходит, он волнуется, переживает. Как с этим справиться? Главное — не забыть слова. Остальное — фигня. Вот он, настоящий совет. Главное — не забыть слова. Друзья, у девушки день рождения сегодня. И вот такой подарок она себе сделала. Посмотрим, что подарят ей члены нашего жюри. В последний момент решилась выступить. Почему? А на самом деле от души. Настроение хорошее, все вот так вот. Одно на другое, такая обстановка. То есть это такой экспромт был, да? На самом деле, да. Честно говоря, я знала про конкурс, но я что-то меня смущало. Я не думала, что я буду выступать, но вот захотелось. Правда, такая атмосфера, правда, захотелось. Не очень готовилась, не знаю, как получилось, но... Получилось отлично. Что чувствовала на сцене? Классно. Я, честно говоря, только удовольствие чувствую. Не знаю, наверное, родилась так алвой, но только удовольствие, правда. Такая атмосфера. Знаете, как мне хлопали. Это классно, вообще здорово. Ощущение, что это не третья отборочная, а прямо финал. Вы послушайте, с какой душой и экспрессией она поет.
можно так выкладываться на сцене? Что для этого надо? Для этого надо просто любить. Это нужно любить всем сердцем, всей душой и видеть в этом смысл жизни. Команда Эльвиры Рогатцы. Аплодисменты. Яна Полякова, Светлана Байкова, Денис Салангин, Татьяна Смирнова, Елена Чайко, Артем Петухов, Александр Изотов. Аплодисменты! Поздравления! Команда Эльвиры Рогатцы. Команда певица Тиша, Андрей Кириллов, Валерия Люшина, Алексей Кулин, Екатерина Золотарева, Ксения Пушкарева, Антон Блинов, Василий Сачков, Ольга Михайлова. Команда Александра Рябчанского, Сергей Машков, Наталья Масик, Георгий Авосик, Анастасия Рыбакина, Владимир Никитченко, Мария Новикова, Анастасия Лесина, Алия Юлдашева. Аплодисменты, команда! Поздравляем вас! Сложных испытаний, но каждый из них получит хорошую школу и вокала, и танцев, поэтому будет все круто. Тяжело ли было выбирать себе учеников из множества выступающих? Честно, да. Каким принципом руководствовалась? Только по вокальным данным или он в целом смотрела? На самом-то деле в целом это и, как вам сказать, и харизматичность, и внешность, и артистичность. Все, конечно, сыграло свою роль. Ну и, конечно же, это все-таки конкурс вокалистов. В первую очередь, это голос. А рядом со мной стоит очаровательная девушка. Ее зовут Александра. Она ведет все туры нашего проекта. Саш, скажи, вот тебе, наверное, тяжелее всего, потому что ты также видишь всех конкурсантов, но повлиять на ход голосования не можешь. Что ты чувствуешь? Не жалко. Я не люблю, когда все кто-то расстраивается, но честность, она честность. Есть исполнители, от которых тут мурашки по коже. Здорово. Спасибо всем. И финальный вопрос. Есть ли у тебя любимчики какие-то уже? Появились ли? Есть. У меня есть любимчики. Ксения Пушкарева с потрясающей песней «How Must Go On». Владимир Никитченко с зажигательными танцами. И, наверное, Алена Чайко с невообразимыми дредами на голове, но потрясающим голосом. Друзья, я думаю, что вы также можете выбирать себе наиболее понравившегося участника и оставлять о нем позитивные отзывы в комментариях внизу под нашим видео. Ну что же, друзья, результаты объявлены, команды набраны. Ребята сейчас радуются, обсуждают своих наставников и то, как они будут двигаться вперед к победе. А впереди у нас долгие дни тренировок, сильных и упорных. И, конечно же, выступления. Следующие туры уже не отборочные, следующие туры уже показательные концерты. Меня зовут Василий Желенко. До встречи в следующем выпуске. Пока-пока.